Друзья, всем привет, это Ярушин хоккей-шоу. Наконец-то свершилось, к нам в гости пришел большой человек. Сейчас функционер, вице-президент континентальной хоккейной лиги по развитию молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов. Аплодисменты, друзья! Между прочим, это бывший капитан сборной России по хоккею. Это бывший нападающий хоккейного клуба «Акбарс». И бывший нападающий хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинс», между прочим. Стас, ты чё? Чего? Бывших не бывает. Пошли передачу снимать. Прямо сейчас я задам тебе вопросы, которые тебе никогда не задавали за твою хоккейную карьеру. Скажи, пожалуйста, кто был самым слабым в тройке Морозов, Зиновьев, Зарипов? Морозов. Морозов? Конечно. Почему? Потому что они меня тянули, я самый старый был. Почему ты недооцениваешь свою игру? Да нет, ну как я оцениваю, но в этой тройке я, конечно, выделялся. После завершения карьеры был период, когда появилась пузико? Да. Носишь? Было. Нет. Или не подошло? Не подошло, да. Гардероб не захотелось менять. Продолжи фразу. Зинатулла Хайдарович Белебединов хороший тренер, но... Я напоминаю, это вопросы, которые никогда тебе не зададут. Великий игрок. Браво. Я думаю, за этот ответ можно поаплодировать. Если бы можно было бы что-то изменить, что бы ты изменил? Да ничего бы не менял. Меня все устраивает. Сейчас доволен жизнью. Дети растут, дети радуют, занимаются спортом. Так что меня все устраивает. Может быть, конечно, поменял, но это стечение обстоятельств. Вот не выиграл Кубок Стэнли, хотя поиграл там в Америке. Поэтому были шансы, но не сложилось. Не всем дано, видно это. Скоро новый хоккейный сезон. Ура! Пора готовить и точить коньки. Девушка, можно точить мне конечки? Можно вам желобок 20 или 21? А можно 20, плавно переходящий в 21. Подождите, вы же похожи. Да что там похоже? Сегодня у нас в гостях сама Юлианна Караулова. Я хуже, чем ты Юлианна Караулова в гостях Ярушин хоккей-шоу. Красавица, потрясающая певица. Помимо этого, Юлианна еще эрудит. Она является вот победителем. Ты являешься победителем, кто хочет стать миллионером. Да, но это была случайность, совпадение. Ты являешься обладателем двух красных дипломов. Это тоже случайность. Ты полиглот. Ну, я бы не сказала. Ты знаешь 5 языков, это я правда? Я люблю прибедняться, ну, вы поняли. Ну, слушай, 5 языков знаю, это громко сказано. Я учила 5 языков. Так. Знаю ли я их? Нет. Я узнаю вас получше, и мы друг о друге узнаем получше в нашей рубрике под названием «Донетки». Я тоже буду участвовать в этой с вами игре. Вот вам спасибо. Табличка. Да. Да, на одной стороне да, на другой стороне нет. Я буду задавать вам вопросы, а вы будете на них честно отвечать. Говорили ли вы когда-нибудь «угу» или кивали, хотя нафиг прослушали, что вам говорят? Конечно! Как часто у вас такое бывает? Алексей, вы функционер. Частенько, очень частенько. Да? Когда было последний раз? Вчера. Я могу сказать, сейчас, да? Кто-нибудь из ваших коллег вас раздражает? Конечно. Часто ли вы врете? Любовались ли на свое отражение, разговаривая с другим человеком? Я знала. Смотрели когда-нибудь через плечо в экран чужого телефона, типа что там? Хорошо. В автобусе 30 мужиков. Имитировали ли вы когда-нибудь по телефону? Ох, я уж испугался. Да, ну, как бы меня можно еще спросить, а вот вас странно, да.
Имитировали ли вы когда-нибудь по телефону, Юлиана? Нет, ты продолжай. Имитировали ли вы когда-нибудь по телефону больной или простуженный голос? Да. Конечно. Ты не хотел приходить на тренировку? Нет, на работу. На работу? Тренировку я всегда с удовольствием шел. Вопрос к каждому по отдельности. Алексей, скучаешь ли ты по хоккею? Это честный зато ответ. Юлиана, скучаешь ли ты по Файста Фэмили? А мне даже и нечего. Скучаю ли я по универу? Скучаешь ли ты по универу, Стас? Честно? Юлиана Караулова, Алексей Морозов в гостях Хирушин Хоккей Шоу. Мы продолжаем. Спасибо, ребята, поаплодируйте. Прямо сейчас мы сыграем в конкурс. Правила очень простые. Сейчас на экране будут появляться фотографии хоккеистов. Это реальные хоккеисты из континентальной хоккейной лиги. Вам нужно будет просто угадать, россиянин это или легионер. Готовы? Да. Алексей, россиянин или легионер? Россиянин. Кто? Не знаю. Не знаете. Это Адам Лишко, словацкий хоккеист, нападающий Северстали. Не угадал. Следующая фотография. Юлианна, россиянин или легионер? Россиянин. Браво! Угадала! Россиянин Даниил Апальков, ярославский Локомотив. Следующая фотография Алексею. Россиянин или легионер? Легионер. Александр Брынцев, российский хоккеист, защитник «Нефтехимика». Да ладно? Такое лицо не русское. Следующая фотография Юлиане, пожалуйста. Россиянин или легионер? Россиянин. Россиянин Данис Зарипов, который в свои годы играл вместе в «Звене» за сборной России за Акбар с Алексеем Морозовым. Следующая фотография Алексею, пожалуйста, россиянин или легионер? Легионер был, потом россиянин, сейчас легионер. Это Артем Бородкин, россиянин. Не, ну видно, что парень русский, Челябинский, конечно. Трактор, Леша из трех-три. Пока Юлианна ведет. Следующая фотография. Россиянин или легионер, Юлианна? Вот здесь спорно. Давай. Не россиянин, не, легионер. Легионер. Друзья мои, это легенда российского хоккея Павел Дацук. Это россиянин. Павел. Ничего страшного. Фотография следующая Алексею. Россиянин или легионер? Наверное, легионер. Да Кирилл не Полохов. Наш. Это легионер, казахский защитник. Едем дальше. Защитник Бориса. Следующая фотография. Россиянин или легионер, Юлианна? Ну, пусть будет наш. Наш! Это, ну, смотри по нему, ну, наш! Ну, это наш. Антон Глинкин, Челябинский трактор. Следующая фотография Алексею. Россиянин или легионер? Россиянин. Знаете кто? Внук Легенда. Прославленного Третьяка. Максим Третьяк играет за Рижское «Динамо». Россиянин. Следующую фотографию Юлиане. Не, не наш. Сергей Шумаков, омский «Авангард». Следующая фотография Алексею. Не наш, легионер. Не. Легионер? Точно? Ну, я так думаю. Роберт Розен, шведский нападающий, Сочи. Шайбочку Алексею Морозову. Следующая фотография Юлиане. Легионер тоже. Браво, Юса Хиттанин, «Динамо Москва». Легионер. Следующая фотография Алексею. Россиянин. Станислав Кацуба, российский нападающий, Амур. Юлиане, следующую фотографию. Он дразнит меня. Ну, надо. Он дразнит. Я тебе скажу, что он дразнит многих на хоккейной площадке. Мне кажется, легионер. Легионер Линус Умарк. Браво. Следующая фотография Алексею. Нападает. Это россиянин или легионер? Внимание, вопрос с подковыркой, Алексей. Да? Ну нет, не думаю, что он россиянин. Легионер. Легионер. Причем это, простите, Хуян. Это канадский нападающий Кунь Луня из города Пекина. Понимаешь? И еще одна фотография для Юлианы. Думаю, что наш. Да. Это Сергей Плотников, СКА Санкт-Петербург. Я, кстати, выступала у СКА. Но это было после их игры, они проиграли, были очень грустные. Что ты для них пела? Какую песню? Я пела для них все. Впервые пробуем новый конкурс. Это командная работа сейчас у вас будет. Называется «Курица лапой».
конкурс, да? Пусть так и называется. Хорошо. Курица лапы. Правила очень простые. Мы прямо сейчас попросим Алексея удалиться отсюда, чтобы он не видел, что здесь будет происходить. А курица только... будет лапой. Я тебе буду называть команду. А, серьезно? И ты, как ты думаешь, по твоему мнению, должна будешь нарисовать... То есть я сейчас должна нарисовать... выступить дизайнером логотипа? Да. Прекрасно. Коротко я тебе помогу. Давай. Поехали. Кунь-лунь Red Star. А кунь-лунь, это что-то приличное? Это же значит, не то, о чем я сейчас подумала. Можно не сильно упираться, потому что у нас еще есть несколько команд, которые ты должна нарисовать. Ну, не, ну я нарисую, типа, как бы, как будто бы, знаешь, не знаю, то, что у меня ассоциируется с Уралом. Обводи. Отлично! Что, коня рисовать, что ли? Что такое барыс? Господи, более уродского кота природа еще не видела. Трубы. Так. Магнитогорская экологическая ситуация, как бы не очень. Покажи в камеру. У меня явная проблема с тракторами. Вот так вот. Спасибо, Юлиана. Спасибо. Под ваши аплодисменты мы возвращаем Алексея Морозова. Алексей, проходите к нам. Леш, ты ничего не слышал, что тут происходило? Нет, конечно, я далеко был. Гремел. Алексей, простите. Я знаю, что эти ребята не заслужили этого. Леша, я называл Юлиане команды, и она, по ее мнению, нарисовала эмблемы этих команд здесь. Итак, как ты думаешь, что это за команда, которая завтра выйдет на лед, и у них на майках будет изображен вот этот логотип? Вы сейчас меня обнимете, Алексей, если вы... Трактор. Правильный ответ! Трактор Челябинск! Простите, я очень плохо рисую. Ну, отлично. Видишь, сейчас с командой справимся. По мнению Юлианны, логотип этой команды должен выглядеть так. Угадывайте, Алексей. Время вышло. Версия. Хоть что. Йокерит. Итак, нет. Это, по мнению Юлианны, Магнитогорский Металлург. Очень интересный следующий логотип. Ну, это есть Акбарс, Барыс, это Сочи есть с львами с кем-то. Одна попытка, он уже назвал несколько команд. Из пяти ваших вариантов, Алексей, назови один. Из трех я сказал, это Сочи. И это неправильный ответ, это Барыс из Нур-Султана. Видно же, что котик азиат. Как по мнению Юлианы, должна выглядеть эмблема следующей команды? Сейчас команды перебираем. Мы вообще часто говорим о том, что командам континентальной хоккейной лиги сделать ребрендинг. Ребята, далеко не надо ходить. Юлиана здесь рисует потрясающе. Нефтехимик? Браво, Нефтехимик! Нижнекамск! Да. Класс! Очень легко. Автомобилист. Автомобилист Екатеринбург. Браво! Ну и совсем легко. Кунь-лунь Red Star. Кунь-лунь Red Star. Браво, Алексей Морозов. Браво, Юлиана Караулова. Здорово, ребята. Спасибо огромное, что мы вместе с вами делаем популярным хоккей в нашей стране. Мы продолжаем. А теперь, ребята, я хочу познакомить вас друг с другом поближе. Ну, точнее, познакомить вас с вашим творчеством. Это рубрика под названием «Что будет дальше?». Сейчас мы по очереди будем ставить видеосюжеты из вашей жизни, из вашей творческой, из вашей хоккейной. Я буду давать несколько вариантов ответов, и вы должны правильно угадать, что будет дальше. Угу. Итак, смотрим первый клип Юлианны Карауловой, который называется «Танцы на нервах». Потрясающая песня. Кто танцуешь так четко на нервных клетках друг друга? Отбиваем чечетку, танцуем, оно не в кровь. И знаешь, наверное, не сможет так даже кровь. Но кто сломается первым? Итак, Алексей, что будет дальше? Юлиана уронит на парня шкаф. Юлиана кинет в него каким-то сельдереем. Юлиана покажет фингал на левом глазу, который прятала за шкафом. И вместе поднимут и понесут в шкаф.
Уронит шкаф. Итак, Юлианна уронит на парня шкаф. Я роняю шкаф. Смотрим правильный ответ. Если не ты, это цветы. Правильный ответ. Но правильный ответ Юлианна кинет в него каким-то сельдереем. Браво, потрясающий клип. Я вчера ходил, напевал эту песню. Крутая работа. Юль, поздравляем тебя с ней. Дальше мы ставим творческо-хоккейную работу Алексея Морозова. Юлианна, ваша задача угадать, что будет дальше. Что будет дальше? Алексей промажет по пустым воротам. Видишь, что происходит? Так. Алексей забьет в пустые ворота. Алексей промажет по шайбе, но потом забьет. И Алексей попадет нового вратаря. Молчи, Алексей. Говори, Юлианна. А Алексей помнит? Алексей вряд ли. Все игры помнит, что ли? Я тебе больше скажу. Он даже сейчас не помнит, как меня зовут, наверное. Давай промажет, но забьет. Итак, Алексей промажет, извините, Алексей, но потом забьет. Я понимаю, что вы не такой, но... Смотрим правильный ответ. Должен быть какой-то подвох. Промазал по шайбе, а потом забил. Да, браво, Юлианна угадал. По хоккейному. Следующий клип Юлианы, который называется «Разбитая любовь». Смотрим. Потом любовь минуя, меняла себя. Теперь в открытом море тону я. Что будет дальше? Внимание! Юлианна плюнет в парня. Парень плюнет в Юлианну. Юлианна даст пощечину. И четвертый вариант. Парень швырнет Юлианну на кровать. Я считаю, что нам нужно снять альтернативные версии клипов. Мне кажется, наши варианты прекрасно подходят под сегодняшнее шоу. По версии мы должны принести шкаф, мне кажется. Ну, давай. Кровать не видишь. На счет три. Итак, четвертый вариант. Швырнет на кровать. Парень швырнет Юлианну на кровать. Смотрим правильный ответ. Правильно! Алексей угадывает. Он не видел кровать, но он ее швырнул в эту кровать, и Алексей угадывает. Следующий ролик. Но перед тем, как мы его поставим, я хочу тебе сказать, Юлианна, ты знаешь, что Алексей снимался в фильме «Брат 2» в свое время, в свои годы? Знаю. Давай, поехали. Иду, иду. А теперь вот мы сыграем как раз в игру «Что будет дальше?». Сейчас будет еще один кадр из этого фильма, и тебе нужно будет угадать, Юлианна, что будет дальше. Смотрим кадр из фильма «Брат 2». Вот такой кадр. Причем, если посмотреть, «Брат Чикаго» и номер московский, 847. Ну, код какой-то в Воронежской области, мне кажется. Ладно, Юлианна, что будет дальше? На следующей странице будет телефон Алексея Морозова. Алексей будет лежать убитым на полу, вторая версия. Третья версия. Герой встанет и посмотрит на плакат с Алексеем Морозовым. И еще один вариант. Выйдет Алексей Морозов и скажет: «Ну, здравствуй, брат». Я, честно говоря, не помню уже сюжет. Ну, я помню в общих чертах. Давай попробуем пальцем в небо. Будет плакат. Итак, герой встанет и посмотрит на плакат с Алексеем Морозовым. Смотрим отгадку. Вот он с левой стороны, браво! А там еще Андрей Васильевич Николишин. Да. Караул, одни звезды. И по последнему видеосюжету смотрим клип Юлианны Караловой, который называется «Маячки». О, этот вот тяжеляк. Что будет дальше, Леш? Из шкафа выйдет голый любовник, обмотанный гирляндой. Из шкафа выйдет голый хоккеист, прикрываясь шлемом. Из шкафа выйдут фашисты и расстреляют парня. Из шкафа вылетит огромная моль. И зажрет парня. Твоя версия? Чтобы вылететь... Моль! Я неочевидный выгляжу. Неочевидная моль, ну почему бы нет? Смотрим правильный ответ. Разбросаны маяки, и некуда больше плыть.
Доброе видео. Доброе. Лирическое. Немногие знают, но у фашиста кличка Моль. Лёш, ты не угадал. Да, я понял уже. Ну, ничего страшного. В следующий раз к дому, когда будешь подходить к шкафу, аккуратно. И еще одно видео с участием Алексея Морозова. Ну, вот таким ты его никогда не видела. Итак, смотрим. Морозов сэдлинг оба пэйс. Юлиана, что будет дальше? Алексей сделает тройной тулуп. Ну нет, Алексей изящно приземлится на одну ногу. Алексей изящно упадет. И Алексей останется висеть в воздухе. Легенды могут много. Давай изящно приземлиться на одну ногу. Смотрим правильный ответ. А да, красавчик! А я тоже так умею. Да, мы с тобой участвовали. Примерно так же изящно я это делаю. Посмотри, как он как ковбой. Если вы не видели таким Алексея Морозова, посмотрите это видео. И он не только классный хоккеист, но еще легендарная личность как фигурист. Прямо сейчас, впервые в истории Ярушин Хоккей Шоу «Ведра Челлендж». Алексей Морозов против Юлианы Карауловой. Так, 10 шайб. Первый начинает Алексей Морозов. Это нереально туда попасть. Реально, я попаду. На, покажи. Легко, смотри, с первого раза. Ну, давай. Остались. Давай. Ну, чуть-чуть. Ну, ты можешь, молодец. Ты профессионал. Нет. Мимо. Мимо. Что творит легенда, друзья? А говорил, что не... Ох. Ой-ой-ой. Алексей, вы подумайте. Вы зачем так? Алексей, вы сумасшедший человек. Из 10 две. Из 10 две. Все остальные были красиво положены в девятку. Юль, тебе нужно будет просто взять на клюшку, класть шайбу и попробовать забросить ее. Откуда? Отсюда. Попытайся обыграть Морозова. Ай, штанга! Ведра штанга! Еще, Юля. Чуть-чуть, ничего страшного. Да чуть-чуть, но ты же зарабатываешь не хоккеем в этой жизни, поэтому еще. Нет, да, очень сильно. Еще есть 5 шайб. Давай. Берегись, Морозов. Берегись, Морозов, мы идем. Еще одна. Аж ты ведра штанга. Легко. Ну смотри, осталось 2 шайбы. Ничейка. Ничейка. Либо. Либо. И вот сейчас ничья или... Победу одерживает Алексей Морозов. Да! А я хочу сказать вам, ребята, огромное спасибо, что вы сегодня пришли. Я вам желаю успехов тебе в творчестве, а тебе, Леш, в твоем нелегком функционерском деле. Это был Ярушин Хоккей Шоу. До новых встреч. Увидимся на следующей неделе. Пока. Пока. Спасибо.